Всем очередной привет! Сегодня у нас новая распаковка. На этот раз у нас из Китая приехал Рик-клетка в полном составе. Ну и приехала вот в таком варианте. То есть серая коробочка. Ничем не примечательная. Так, ну и давайте распаковывать коробку, что находится внутри. Так, ну, во-первых, ручка для клетки, чтобы ее удерживать. Дальше так называемая бленда. Дальше зубчатая прорезиненная для полуфокуса. В зависимости от того, какой объектив. Дальше внутри находится три ключа. Ну и необходимые винты для крепления. Плюс винт для камеры. Так, непосредственно сам полуфокус. В данном исполнении приехал. Причем вот это зубчатое колесо можно переставить на эту сторону, в зависимости от того, как вам необходимо, чтобы это находилось и стояло непосредственно с рядом с объективом. Так, ну и есть тут стрелка, благодаря которой можно маркерами на белой поверхности отображать, откуда на куда вести полуфокус. Так, дальше верхняя бленда. Так, дальше боковые бленды. Так, сама клетка. Данного исполнения, на которой есть отверстие с резьбой 1/4 дюйма для установки вспомогательного оборудования. Так, клетка достаточно большая, то есть взята на вырост для того, чтобы помещались достаточно большие камеры. То есть начиная от беззеркальных, ну и зеркальных камер. Так, ну и что последнее осталось, это направляющие по 15 мм для установки того иного оборудования. Так, сейчас мы уберем все лишнее. Так, и отодвинем. Так, ну и давайте соберем данную клетку. Ну и, возможно, проверим. Так, первым делом прикручиваем ручку. Для этого служат два винта. Так,
Так, давайте дальше собирать. Так, теперь давайте прикрутим направляющую. Так, ну и давайте установим Follow Focus. Так, здесь можно отводить на любую длину. Выбираем блендер, верхнюю часть, боковую часть. Так, вот мы ее собрали. Ну и... Так, ну и устанавливаем ее. Ну и получили вот такой вот результат. Да, тут еще винт для присоединения камеры. Единственный отрицательный момент. То есть отсутствует ушко для установки. Так, по идее, здесь есть резьба. Так, ну и в конечном итоге вот такая у нас получается клеточка. То есть достаточно удобная. Использовать как дополнительный стабилизатор. Все надежно. Причем можно использовать не все сразу же вместе, а, например, только направляющие для того, чтобы съемку при помощи полуфокуса. Так, и есть еще третий ключ. Это вот как раз ключ переставляет шестеренку на другую сторону и закрепляет ее. Так, ну и давайте посмотрим, как это все выглядит на камере. Сейчас я вам это покажу. Всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок и распаковок. До следующих видео,
Ну и до свидания.